Марса в мид ставят. Не, ну Марс, в принципе, против пака отстоит нормальный мид, по идее, должен стоять. Мне кажется, у них и там маловато. Хотя, знаешь, Марс, который вот медовый, он же, ну, выходит в дезолятор, там, да, вот он такой тоже будет с физроном, по идее. Так, там у нас что? Букалис. Букалис? Нет, не таверну. Таверну, все-таки. В таверну. И крылат до конца гейминг идет через инваном. И он может это позволить. Там прилетает уже пак. Неплохо дринкнул двух героев. Фарба полетела. Ну и должны здесь разрывать сейчас и одного, и второго. Конечно же, и одного, и теперь второго. Пак, кстати, на базе уже, и может любую секунду тот прилететь, но он полетел. Он полетел на топ. Да, это АВД почему-то полетел в мид, я не знаю, почему именно так. Он, видимо, решил в спин зайти. Но его здесь очень сильно не хватает. В итоге красный очень крылат, но забирают уже балонарыча. Крылат пытается уйти. Блюр, блин, прекрасно. Там выходит у нас сюда Марс, до свидания, крылат, ВД очень сильно не хватило, ВД вот только-только приходит, драка продолжается, если был бы здесь ВД, я не знаю, почему ВД нашел телепорт именно в мид, это очень странное было решение, они бы их всех просто побивали здесь, а так у нас пока есть шансы у Немиги, гонит, смотрите, пака, пока shift есть, есть арба, секунда остается, он забирает просто-напросто Марса и отсюда уходит, а здесь Мелис, приветик, говорит, пытается он макаку... раскайтить, но одному ему урона не хватит. По идее их нет, хватает, посмотри, 10-5. 15 киллов за 9 минут у нас уже на этой карте. Продолжается драка, Мелис гонит, гонит, худвинг, худвинг. Свечбаковый минус, худвинг, 11-5. Вот это пак чемпы разорвали. И 11-6 все-таки добрали у нас Мелиса. Но Мелис, думаю, доволен своей перетяжкой. А там пока вышка стоит, у нее фул хп, то есть ее вообще спокойно могут по чем-то задефать. Вообще без проблем. Там в миду что? Опа, пака поймали. Минус пак, Мелис. Так. Ну что, сможет ли он убить Апарейшена? Апарейшен не понимает, что ему делать, бедные. Но забирают аппараты, кстати, каски, Меледик. Сейчас вот пака нокграунд, и урон нести много можно будет. Там живет, 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 живет Мелис и умирает Марс. Ой-ой-ой-ой-ой. На тоненького это все было. Слушай, есть шанс убить? Его есть шанс убить. Только нужно остановить. Только нужно остановить как-то его. Ну, пошли на худвин. Худвин вырывается, пока она пытается мансить. По лесам здесь МПО достался. Вэчбак он немножко мимо, но урона не хватило. Тычечку бы еще одну сделать. Вэчбак, секунда. Мелис не попал, ты представляешь? Но пак его добрал, айсбласт пойдет, убрет. Вот это, ну они, знаете, сейчас я считаю максимум выжили из этой ситуации, максимум просто. Я включился на матч вот этой команды и вообще что-то пока катастрофа какая-то, не игра у них. Там, кстати, айсбласт залетает, есть минус астрал, за астралом пошли, нажимается дринкоил, вот так и бью через ван, а минус через ван. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, это минус Марс тоже должен быть, конечно же, это минус 2. В размен всего лишь на одного героя. Так там еще и, подожди, еще и аппаратов в придачу забрали. Вроде с одной стороны 23-13, да. Приехал БКБ. Ну и теперь в добрый путь в дезолятор. Пошла фантомочка. Почти убила, но убивает. Получила айсбласт. Получила айсбласт. МК форснули из арены. Все, минус арена, минус поляна. Арена-то стоит еще. И это минус 2, МК... в таверне, а фантомка не то чтобы в таверне, она героями. А Егис. Да расходится вроде, там что у нас? Там. Там аппарат. Аппарат. Минус аппарат. Аппарат забирают. Минус 2 в итоге. И продолжать можно давить. Что останавливаться-то? Нужно давить, продолжать. Так, там, куда дринкоил слышу? Ага, прекрасно, дринкоил. Марс уже мертв, минус Марс. Остановилась эта поляна с одной стороны. С другой стороны опять пытается его форстапнуть с поляны. Немножко не получается, находится он прямо на границе. Но сделать он пока ничего не может. Диффуза его останавливают. Диффуза это, ой-ой-ой, это уже у Мелиса диффуза готова. Это минус 4, это 3-13, это 11 преимущество. Это просто, это фиаско, братан. Огоним у башки готов. Ну, знаешь, не самый, возможно, популярный артефакт, вот после БКБ, ладно, потом обсудим, астрал у нас с Мелисом напали, в итоге забирает двух саппортов и продолжается драка, вам больше скажу, очень красные МК, очень красные все здесь, ультракил для крылата,
Урон просто какой-то невероятный от крылатой. Это 27-14. Там, короче, время проводили. И там, конечно, два молодых пацана было. Сейчас, секунду, драка начинается. Мелис, Роллин Тандер отступает. Две стороны забрали, просто уйти и все. Дождаться второго рожка и все. И игра заканчивается. Вот. И, короче, эти пацаны ставили чисто на волейбол. Вот все время ставили на волейбол. Подожди, а тут диффуза. БКБ нажимается, но фантомки урон очень сильный. Она под БКБ тоже забирают. У нас в итоге первого забирают, второго... Нет, не забирают. Еще фантомочка пока боится прыгать, ждет момент. А из бласт неплохой. В двух героев, кстати, под дефолт. Пираты тоже минус. Минус два сделали. А, минус один, извиняюсь. ББ выбили. А пак на арбу прилетел у нас сюда. А, я понял. Минус 4. Ну, можешь пораздаваться уже тогда здесь, в эту ситуацию. Но Немига не сдается, Немига до последнего играет. Тебя вот сумма там умножалась в разы прям. И он сейчас, короче, 13 событий угадал, че 12, что-то такое. Сейчас, секунду, нас нападают на крылата. Крылат пока живой, БКБшка, поляна. Ну и слушай, Дукалис может умереть. Дукалис догорает, да, Дукалис забирает также у нас макаку на разворотике. И МК у нас, если я правильно помню, все без байбека, да. Минус 2, что делать? Что делать здесь, Немиги? За последнюю сторону стоит воевать? Не знаю. Врывается Марс, дает Карапасе Арина плюс копье. Астрал все это дело впитывает, живет. Там пытается через ван подбрить. На Астралах даже не добили, ребят. У него осталось 80 хп, он закопался. Ну и GG. У них надежда только одна. Это рано сдавить. Если они сейчас свои линии выигрывают, они могут эту игру закрыть. Потому что Медузе все-таки нужно больше времени, чем Урсе, для того, чтобы стать боеспособной. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Накрывает у нас ШД. И вот так вот пакчемпы оставляют еще специальный крылат. Здесь пик для ФБ. Так, ну топи, что у нас? Мелис. Узик нажал, больно Мелису, но вроде бы пока живет. Но эти батарейки, блин, покоя не дают, больно Мелису. И вот, а неужели будет сейчас первый килл на этой карте сделан от команды Немига? Будет сделан, но все равно с таким трудом. Там что у нас? Там еще Д, кусь, дизрапшн прокидывает он. Через он ван теперь подтягивается, у него чакра монет еще замедлит, так что крылат. Сколько там стаков на него? А, два стака всего лишь Эда Козина. Не страшно. Но чувствую, он идет до конца. Ты посмотри, там еще инвокер же, поэтому он и идет. Поэтому он именно так наглеет. Но он разворачивается. Крылатый начинает накусывать. Больно Тимбер. Тимбер рассыпается. И здесь Деспират с дабл дэмэджем. Это очень серьезное оружие. Есть детекшн, есть синтрак, есть досты, есть минус инвокер. Это 8-1, ребята. И подожди, это еще не конец. Продолжает погоню свою. 9-1 за командой Пакчемп. Сейчас Тюрсу забанят. Тут три героя на него выходят. Ну, два выходят, плюс третий еще здесь, через ван. Полетел хукшотик. Здесь уже близко Вокер у нас. Салат на себя вешает. Урса чуть не убила Клокверка. Ты посмотри, она еще и живет. Да не Клокверка забирает, да неужели? Торнадо, ЕМП, чакрам прям под Урсу бросается. Крылат пытается спастись, но... Но он спасается, да, он выживает, его не убивают. Если чем телепорта сбить, инвокера нечем просто телепорт сбить. В итоге у нас Chosen One отсюда отступает. Ой, боже мой, ну как так-то? 14-2, там еще один килл делают у нас. В миду минус ШД 14-3. Анимига залетает, смотрите, пошли. На крылат, крылат подставляется, крылат. Не получается уйти у крылата. Вот может быть его сейчас зафокусить, постараться там гейс. Медуза вперед, вперед. Крылат пытается мансить. И урона слишком много для него. Минус крылат. Дальше можно идти. Куда? На Деспирата. Деспирата урона качал много, но он один против пятерых героев сейчас. Брамбомейс прекрасно застанил здесь. Привязал Амиреска. Деспираты. БКБ заставили его нажать. Но БКБ у него было в любом случае. А тут у нас ребята Астрала зажали. Астрал под чакрамом находится, он не должен выживать. Забирает Клокверка в размен, пытается через ван остановить Мелис. Ревач 5 секунд пытается, знаешь, подальше зайти, чтобы Ревач прозвать хорошее. Через ван пытается уйти, получает гаш. Его бы тормознуть чем-то, тормознуть его просто нечем сейчас. Так что через ван отошел, но РП сохранили себе у нас пакчемпы. Какая-то мясорубка просто идет. А 16-7 счет, до сих пор преимущество нет никакого команды. Пакчемп по фарму вообще. Фанфорсу, ну, мы видим, просто нет преимущества этого. Но это опять же Медуза все. Долго бьет Мелиса, в итоге нажимает на Раваш. Крылат прыгнул на Медузу. Его в поге заперли в итоге.
Медуза спасается, Медуза очень мало маны, и бы хороший Медуза Текстанек сейчас дать ману себе восполнить. Ну и все, по всей видимости. Или нет, Худвинг зарядила прекрасный ультимейт под Бэтмен вообще. Сочно получилось, ребята, а Медуза без маны, ой, Медуза без маны, телепорт сбить есть, чем ей? Есть, и в итоге это минус Медуза, разор хорошо в него ворвался, или не минус еще, подожди, дизрапшн, ульт секунду поживет, но отпускать ее не должны, молодец, разор, правильную выбрал цель в замесе, Медуза за фокус, или 19-8, вот. Так, на Эгги скрываться. На боте находится уже Медуза, но я думаю, что дефать это надо обязательно. Сейчас лампосты были захвачены. Там в виду у нас стычка начинается, напали на Разора. Разора есть БКБ. Он очень не хочет его нажимать. Не знаю, заставят ли его нажать это или нет. Нет, не заставляют его нажать. Забирают у нас ШД, просто выходит, 4 удара сделал. Буквально крылат здесь продолжается погоню. Здравствуйте, Вокер. Вокер, интересно, Бласт плюс Турстав у него тут дал. В итоге это минус Вокер, это минус еще один, это минус 3. И вот уже 27-9, и уже пошли нетворцы в гору. Вот. Вот уже шутки все кончились. То есть, если сейчас это продолжается, то это будет как на дрожжах нетворцы расти. 7, 8, 10, 20, 30, вот так вот они будут расти просто-напросто. Если игра будет продолжаться в таком темпе. Но пока что Пакчемпы сегодня показывают очень классную доту. Просто пушит, там Ревадж со спины залетели, неплохо, чтобы быстро Вокера убить, Вокера забирают. Без Вокера драться будет очень плохо. В итоге Стонгейст нажат, Стонгейст никого не смог в камень превратить. И теперь можно Пакчемпам просто гнать. Просто плетью по сраке гнать в итоге. Есть врыв от Мелиса, Ревадж, помним, нет уже. БКБ находится, Дразор, но с Медузой не самая лучшая такая идея прям 1-1 драться. В итоге у нас минус 3 уже сделали. Пока никого не потеряли, команда Пакчемп улетает все-таки отсюда у нас Медуза. И остается последний Chosen One. Тимберчейн можно нажать, попробовать пожить немножко. Чакрам с Дукалисом пытался разменяться, но в любом случае это драка 4 в 0, братцы. Так, Мелис залетает, полетел Ревач у нас, гашики, очень много урона в Медуза, Медуза, как же больно, у нее маны на Сунгейс даже не осталось. Все, минус 2 кора за секунду сделали они. Ты посмотри, что происходит, там пока пытаются кого-то убить, не получается. Приходит Вокер с Дузой после байбека обратно, и если после байбека они поумирают, будет фиаско, братан, но пока вроде не умирает. Мелис, Мелиса ждут, ворвался, крылат, растерзал на части, просто разорвал у нас Клокверка, и Медуза умерла после байбека, и Chosen One умирает, все. Это все, ребят, это все уже. Вот сейчас уже реально можно писать конечную. GG можно писать. Но пока не сдаются они, Мига, не сдаются. Минус, получается, 8 они сделали. Раз, два, три, четыре, пять. Да, 6, 7, 8. 8 героев забрали они. Не позволяет, не Мига Харачи появляет здесь. А вот здесь у нас напали на Chosen One. Еще несколько ударов осталось, и эти удары будут совершены. И задержан Chosen One у нас на 50 секунд таверни. Сейчас тем временем нападает на Мелис. Мелис успевает прожать блинк. Тут Айс Волл поставили, метеор в него. Но он что-то как-то не очень чувствует вообще. Не хватает урона, все. Слишком уже серьезный перефарм по деньгам, по шмоткам уже. Очень большое преимущество. Там Вокера, кстати, нашли, нагнули. Минус Вокер. Ну все, минус. Сторона есть. Так, Ровашка. Ой, Дуза, Дуза без байбека подставляется. Она умирает без Тунгейза. Ля-ля-ля-ля-ля. Да. Ну, наверное, концовочка это уже. Немига дожимает. 33 тысячи преимущества под базу уже. Вторая Тир-4 падает и просто бить трон. А можно и Chosen One рубить. Да, можно и так. Chosen One, кстати, пошел дальше. Пытается все внимание отвлечь. Вешает алебарду крылат. Кусь. Рассыпается Chosen One у нас. Дальше что? Дальше. Ну, зонят, развлекается. Крылат под фонтанчик. Неплохо. Ай, детекшн бы дать. Нет детекшена. Глосс нажимается, отмелится. Ну, понятно. 2-0. Ребят, ну что? На удивление. Немига проигрывает 2-0 эту встречу, на удивление. Поздравляем их с победой. Пакчемпов, это, конечно же, поздравляем в этой игре.